Так, сегодня воскресенье, 30 июня. Девочка, печенье. Мы выехали из города Панча Спрингс, такой небольшой город возле городка Салайда, штат Колорадо. И сейчас мы едем в город Аспен. Но проблема в том, что дорога в город Аспен проходит через через перевал, довольно-таки опасный и трудный. Он называется Independence Pass. И туда очень-очень-очень не рекомендуют ехать с трейлерами, кемперами, с большими RV, прицепами. Максимальная длина трейлера может достигать 35 фит, что в принципе как раз у нас. Наш полная длина машины, трака и нашего RV кемпера 35 фит. То есть мы как раз тютелька в тютельку проходим. Так что это будет большое такое испытание, интересное, но там будут просто великолепные виды. Погода у нас отменная. Спешить мы не будем. Аккуратно будем смотреть налево-направо, чтобы не упасть в обрыв. Так что надеемся увидеться в ближайшем будущем. Ты будешь соблюдать правила дорожного движения на Independence Pass? Да, все будем делать. Все, а Борис обещает все делать. Не будем ехать очень быстро. Там будет очень узкая дорога, вот проблема и поворот. Узкая и очень крутые повороты. Да, односторонние, там будет... Короче, высота еще там 12 тысяч футов, это 4 километра. Да. То есть там будет весело. Сначала до него доедем, до перевала, а потом вниз будем спускаться. Вот кто вниз спускается, у того преимущество. Вот мы как раз вниз будем спускаться. Так что сами увидим и вам покажем именно эту дорогу. Одну из самых трудных. Это одно из немногих мест, я только что прочитал, где асфальтированная дорога идет на такой большой высоте, на высоте 4 километров над уровнем моря. То мы сейчас едем на Independence Pass. Mountain Albert, самая высокая. Вот стрелка вот была. Такой же, как у нас. Самая высокая гора, она была стрелка Mountain Albert. Да, вот какая это... из них? Какая-то вон там, может, вон она, может, хер узнает. Ну, вон посередине, это... наверное, самая там, высокая. Да. Вот это самый высокий Rocky Mountains. Где стрелки вот на да, вот только что мы вот проезжаем самую высокую гору. Вот, вот, Rocky... Эбер, да, вот написано. На горе, на этом, на хребе. Вон она похожа, да, вон там? Да, на горной гряде. Вау. Rocky вот Mountains. Это Twin Lakes, он одна лейк, он второй. Да, вот здесь бы остановиться было бы. Ночевку, да? Может здесь, а это... завтра на это? Нет. Что здесь обычный лейк грязный? Ничего себе необычный. Нас ждут большие приключения. Ты имеешь в виду здесь что делать? На ночевку. Ну здесь ездить на байках, что ли, здесь? Да что хочешь. Пауплайн. Просто мы сюда больше не вернемся. Может пока развернемся? Подумай. Итак, Аспен на сегодня отменяется. И Independence Pass тоже. Так как мы не смогли проехать мимо просто живописного озера Twin Lake, которое называется. Вот как оно выглядит. Остановились на паркинге здесь. В течение дня здесь можно останавливаться, а на ночь как бы мы не уверены, но посмотрим, повезет, не повезет. Вот такое вот озеро. Небольшое и не маленькое. А вот там самая высокая гора, это Альберт Маунт называется. Это самая большая гора в этой эре, ну вот в этой гряде Rocky Mountains. Мы были вот на Pikes Peak, вот эта гора его чуть-чуть выше, всего лишь на 50 метров выше. Они практически идентичные. Да.
Вот мы ехали, увидели это все и поняли, что нам больше никуда не надо, что мы уже приехали. Хотя уже готовились ехать в Аспен. А здесь мы хотим пройтись пешочком, погулять вокруг озера. Да, вот здесь с собачками ходят, и люди вот собираются, идут в горах, в горы. А температура здесь сейчас 20 градусов, довольно-таки приемлемо. А ночью температура здесь опускается вот до 9 градусов, 9-8 градусов. А это вот ближайшие 2 дня. А послезавтра здесь будет вообще 5 градусов тепла ночью. Хотя днем будет солнечно, в районе 20-22 градусов. Как ты думаешь, на какой высоте мы находимся? 8 тысяч где-то, да? Ну вот примерно это место Twin Lake находится на высоте 8000 фит. Но дышится, в принципе, нормально. Как бы никаких нареканий пока что нет.